20 октября в Казани встречались лидеры молодежного первенства «Росгострах» текущего сезона. Московская «Динамо», которая перед 14-м туром с 26 очками занимает первое место, и казанский «Рубин», который отставал от «Белоголубых» всего на одно турнирное очко. Это был матч принципиальных соперников, полный драматизма и напряженной борьбы от первой и до последней минуты. В составе нашей команды вызывал интерес средняя линия, где были заявлены три футболиста, которые тренируются с основным составом: Ильзат Ахметов, Георгий Махатадзе и иранский легионер Газелгаех Риза Шакири. Динамовцы быстро освоились на газоне стадиона «Рубин». Уже на 6-й минуте Сергей Слепов опасно выскакивает к воротам Тимура Акмурзина, но наш голкипер оказывается на высоте. Вообще, в первом тайме гости неоднократно создавали тревожные моменты у наших ворот. Попытки же казанцев проникнуть в штрафную площадь соперника разбивались о четкую, хорошо организованную оборону «Динамо». Но несмотря на то, что гости владели игровым преимуществом, счет в матче открыли «Рубиновые». Буквально за считанные секунды до перерыва Никита Голдобин фантастическим ударом издали попадает точнёхонько в девятку. Вратарь Иван Зириков был бессилен, и первые 45 минут игры заканчиваются со счетом 1-0 в пользу «Рубина». В начале второго тайма казанцам удается развить успех. Динамовский защитник играет рукой в своей штрафной площади. Ильзат Ахметов выигрывает дуэль у вратаря. Реализует пенальти. 2-0. Казалось, отличная заявка на победу в матче. Но не тут-то было. Уже буквально через 3 минуты гости сокращают отставание. Лучший снайпер бело-голубых в нынешнем сезоне Николай Обольский в контратаке демонстрирует индивидуальное мастерство, переигрывает нашу оборону и отправляет мяч в дальний угол. Сразу после этого автор гола и Тимур Акмурзин едва не подрались за то, чтобы вынуть мяч из сетки ворот. За что оба получили желтые карточки от арбитра встречи Павла Шишкина. А еще через 3 минуты динамовцы сравнивают счет. Все тот же Обольский делает передачу Евгению Луценко, и 30-летний нападающий, который переведен из основного состава «Динамо» в молодежку, мастерским ударом поражает цель. Напомним, что по регламенту молодежного первенства в составе каждой команды могут играть только 3 игрока старше 21 года. Для нас, для наших игроков это хорошо, то есть они как раз много единоборств, они знают, как себя уже, то есть проявлять, игрок достаточно уже поиграл в премьер-лиге, и это очень хорошее условие для развития. На 70-й минуте старший тренер «Рубина» Роман Шаронов заменил Махатадзе и Голдобина на Алукаева и Шарафеева. В это время обе команды стремятся демонстрировать атакующий, содержательный футбол и предъявлять свои веские аргументы именно в концовке. За 15 минут до конца основного времени в матче произошел эпизод, после которого хозяева поля остались в меньшинстве. Вратарь «Рубина» Тимур Акмурзин вышел за пределы штрафной и вот так остановил прорыв к воротам Сергея Слепова. Судья усмотрел в действиях нашего голкипера грубую игру и за второе предупреждение в матче показал красную карточку голкиперу. После этого удаления стало понятно, что казанцам будет непросто удержать даже ничейный счет. Динамовцы действовали все острее и острее, и после удара Виктора Демьянова мяч угождает в перекладину. И уже под самый занавес матча, в добавленное арбитром время, гости вырывают победу. Отличился все тот же многоопытный Евгений Луценко, который открылся хорошо и получил грамотную передачу от партнера. Мы не отходим назад, мы не играем на сохранение счета, потому что мы не играем по счету. Вот, и в целом неплохо, да, просто нюансы не хватило еще немного, чтобы как раз даже забить скорее третий гол, чем пропустить. Да, контратаки были, но нет, мы не отойдем назад, мы будем всегда играть вперед, но опять же очень важно, чтобы организация, то есть хаос у нас не может быть. Поэтому вот над этим нам надо очень много работать. Ну что же, отметим, что игра смотрелась очень интересно, имела свою драматургию, ну и динамовцы подтвердили, что не зря занимают лидирующую позицию в первенстве. Действительно, это мощная, мастеровитая и хорошо организованная команда. 2-3. Молодежный «Рубин» терпит первое поражение на своем поле в нынешнем сезоне в матче с сильным и достойным соперником. Ну, установка у нас всегда одинаковая, это играть в атаку. Вот.
то, что тренируем на тренировках, использовать это в игре. Я думаю, то, что сегодня мы не полностью выполнили установку тренера. Вот из-за этого так получилось. У нас очень много работы, игроки должны понимать, что надо прибавлять в качестве, поднимать уровень тренировок, потому что это и есть та почва, где они развиваются, и поэтому не делить там, что это мелочи, что это тренировки, на самом деле поднимать уровень тренировок, и там все есть, и наборство, и технический брак, все это есть.